hackeriksi kutsuttu tietovuoto on osa länsimaiden yritystä heikentää Venäjää. Tietovuodon mukaan useita Putinin lähipiiriläisiä olisi hyötynyt veroparatiiseista ja käyttänyt niitä rahanpesuun. И вот это предъявляет. Вот есть какой-то там друг господина президента России, вот он что-то там сделал, наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет. А то, что за этим стоят, скажем, официальные лица и официальные органы тех же Соединенных Штатов, это сейчас нам Викиликс показал. Täällä kotimaassa oppositio on arvostellut kovin